магия монтажа привела меня в замечательный город Будде. Сегодня по расписанию погоды вечером должно быть ясно. Сила северного сияния должна быть огромнейшая. Это должно быть просто замечательно. Ну, а теперь пойдем погуляем. Я так понимаю, этот город живой только летом. Тральная площадь. Безумное веселье. Выше и выше. Иду на точку, откуда я буду наблюдать. Я надеюсь, что я буду наблюдать северное сияние. Она же Аурора Бореалис. Как всегда, в горку. На площадь Ролтунги это уже так все равно. А просто максимально. Сейчас солнце садится. Самое время. Ну, будем надеяться, что сегодня это и произойдет. Вот наша сегодня текущая точка. С нее мы будем охотиться. Охотиться на мою детскую мечту. Уже 8 часов. Сияние все еще не появилось. Уже сейчас солнце, наверное, село. Я не знаю. Но будем ждать. Авось. Вам, наверное, не видно. Но вот это вот белое пятно — это чертовы футболисты, которые будут играть в свой чертов футбол и у нас свой чертов мяч. Врубили свои софиты, и теперь нельзя будет нормальные фоточки делать, и будет засвечено. Будь ты проклят, спорт! Я их вижу! 3 сраных часа! 3! Обратно в Осло. И вот какую меня комнату посадили. Поместили. Похоже на казематы. Внезапно я в городе Рукан. Потому что последние 2 не хотелось мне проводить в Осло. Хотелось что-нибудь еще повидать. Так вот, в Рукане есть отличная гора Гостопоппен. Гостопоппен. Очень высокая, с нее видно, как говорят, ну, 6-ю Южной Норвегии. Или вообще Норвегии. Она очень здорово, но он тоже меня там купит. Вот. Тут милый маленький город. Всего 2 улицы. Слева и справа дороги. Сейчас будем пытаться. Стоп. Посмотрим, как пойдет. Там вот на горе, вот где-то там. Установлены зеркала, потому что город находится в долине, и свет солнечного не видит. Вот. Установили зеркала специально, чтобы освещать его днем. Они там на подвижных шарнирах. И делают городу хорошо, чего люди доходят, чтобы выжить. С погодой повезло. Вот, собственно, карта этого дела. Нам нужно на Гаустабанан, я думаю. Да, Гаустабанан, зашибись. Окей, пошли. Назовись до Гаустабанана. Такая кабинка наверх ведет. Времени мало нужно. Так, поднимемся, а потом пешочком. Назад спустимся. Смотри, какая красотища.
вершина горы. Вид отсюда, конечно, безумный. Видно, если не одну шестую, то одну седьмую точно всего. Еще здесь очень холодно. Вкусные вафли. Не знаю, как это коррелирует. Но факт остается фактом. Попили кофей, покушали вафлю. Мы смотрелись на красоту, теперь нужно возвращаться домой. Пойдем по пути, где идут все. Вот. Вот этот вот. Вот это все люди. И вот туда вот. Их очень много. Ладно, будет скучно. Пошли. Камни. Еще камень. И вон камень. И вот туда. Я туда хочу. И туда. Я не знаю, вот такой красиво. Спустился. Хорошо, ножки не болят. Сам не разрушен. Не зря приехал. Очень-очень хорошо. Бодренько. Но теперь ловим автостоп. И обратно в город. А там посмотрим, что делать. Потому что тоже что-нибудь интересное будет. Ну, надеюсь, в этот раз автостоп будет полегче. То есть все едут в одну сторону. Вот. Не знаю, я не хочу сюда уезжать. Оп, мае. Вот я уже в городе. И на этом можно, в принципе, завершать. Очень интересно сегодня произойдет. Ну, наверное.